Так, предприятия сегодня должны снизить выбросы, автолюбители пересесть на общественный транспорт. Строители обязали ограничить работу техники на улице и в жилых массивах. Садоводам отказаться от сжигания травы и листвы, администрациям рекомендовано усилить полив улиц. Среди прочих указаний не открывать окна ночью, передвигаться короткими перебежками, носить маски и прочие средства защиты, а также пить больше воды и заняться влажной уборкой помещений.